Всем привет, дорогие зрители и подписчики канала Old School Gamer. Это Сергей. И продолжаем потихоньку заканчивать. Продолжаем заканчивать проходить Bloodborne. Уже за 30 частей перевалило прохождение. Конца края не видно. Еще же целиком Old Hunters аддон у нас остался. Ну, а оригинальная игра, в принципе, почти закончена. Осталось, по сути, это пройти Верхний Соборный Округ. И после этого у нас останется лишь Кошмар Мельсиса до концовки игры. Так, в прошлом видео все мы починили. Так, кстати, совершенствовать ничего? Нет, походу все еще и усовершенствовали. Что-то какая-то записка бегает постоянно. Чтобы выбраться из ужасного кошмара охотника, перекройте распространение чудовищ, иначе ночь будет длиться вечно. Ну, я, походу, начинаю понимать смысл этой фразы. Надо, наверное, убить всех боссов. Герман куда-то пропал, не видно его. Хочу моих уродиков переодеть. Много уже нашел я для них вещиц. Не знаю, что надеть. Цилиндрик. О, они такие стиляги. Пусть так будут. Несколько дней не играл. Мне кажется, сейчас могут быть проблемы. Главное, не переть на рожон. Давайте смотреть, что нам нужно. Нам нужен Верхний Соборный Округ или типа того. Лекционный зал Мигдалы. Что же он, в первой самой плите? Да, вот он, Верхний Соборный Округ. Первая плита — это чисто Ярном. Начинаются опять какие-то сообщения. Постоянно я забываю между видео выключить уведомления. Так что на видео на некоторых придется терпеть занудство некоторых людей, которые я добавлял с каналов друзей. Они не понимают, что попадают на видео таким образом. Итак, Верхний Соборный Округ. Сзади у нас вон уроды. Может, попробовать прям побруталить? Нет, тут еще эти личинки. Не буду трогать, пойдем просто наверх. Получилось пройти вот эту приют, открыть двери. Вон внутри там оборотни шарятся. Не хочу к ним идти. Мы вот не ходили сюда еще наверх. Открыли шорткат, так что, судя по всему, тут уже боссец, наверное, рядом. И это видео будет... Ой, ты, блин. А, ну мы слабенькие. Но напугал меня, напугал. Угу. Какие-то цветочки. Похожи на какие-то такие растения. Только большие. Такие маленькие вот растут даже. В Москве я видел. Забыл, как называется. Опа, посланник небес. Сразу босс тут. Нифига себе тут их сколько. Сейчас они толпой решили брать, да? Не знаю, может, у вас лучше... Вот так. О, халявные. Все. Так, за них даже не дают кровь. Так, а где сам босс-то, я не пойму. А, так, подождите. Жизнь-то убавилась. То есть кто-то из них — это босс? Или что происходит? Или он вот тут? А, вот эти, которые не двигаются, видимо. Надо их бить.
папа. Я не понимаю пока. Кувырок. Так, эти твари по-любому боятся либо огня, либо электричества. Блин, вот, огонь у меня есть. Давайте огненную бумагу. Вот. Теперь с двух ударов будут дохнуть. А нет, все равно с трех, черт возьми. Ох ты, вот он! Здоровая тварь! Ох ты, нифига он там с какими-то щупальцами! Опа! Нифига себе! Заваншотил. Офигеть. Это главный гуманоид. Так, ну ладно, я в принципе ему две трети снял. До тех пор даже пока еще только понимал, что за босс. Думаю, он довольно простенький. Убил меня выстрелом. Что за выстрел? Возможно, это аркейна магия. Возможно, нет. Парышей трогать не будем. Отлично, тут до босса недалеко. Главное, краишку свою только заполучить. Так, убили. Давайте заменим бумагу на молнию, их побольше. Оружие и броня, вот не знаю. У меня сейчас одеяние Хороса. Защита есть от тайных огненных молниевых. А, ну у этой брони она как раз самая большая, он все равно заваншотил. Вряд ли там что-то тогда поможет. Где моя кровь? Где моя кровь? Где моя кровь? Не вижу. Он там, что ли, нет? Вон она, да. Так. Давайте молнию. Так, взяли, отлично. Опа, вот он вылез, убегаем. Так,
Тут, мне кажется, копье будет идеальным вариантом. Ой. Ой-ой-ой. Лечимся. Лечимся. Ах ты тварь. Ах ты тварь. Нифига себе. Так, я еще жив. Так. Отлично. Ха-ха. Блин, больно бьют-то. Урок. Вот, большой. Получай. Так, курок, курок, курок. Лечимся. Стрельнет, не? Жалко, за мелких не дают ничего. Ну, в плане крови. Опа! И снова заваншотил. Короче, я неправильно делаю. Не надо мелких вообще убивать. Надо сразу большого бить. Ну все, сейчас третьего раза, я думаю, получится. Довольно он простенький. Главное, от выстрелов этих прятаться. Ну и молниевая бумага хороша поначалу. Сейчас еще одну затратим. А вот этот один, вот как бы намек, что нас ждет дальше, походу, он такой. За туман выбрался. Разведчик. Так, все, бежим. А вот тут прям хорошее место. Кровишка. Ну, давайте. Ой. Давай, иди сюда. Блин, чуть-чуть урона не хватает на пару, вот, чтобы силу бы качнуть. Так. Вот, блин, он сразу вылез в этот раз. Ой, ёп, как так вышло-то? Неудачно получилось. Ну ладно, хотя бы кровь не потерял. Сейчас мы его. Одеяние из вороньих перьев. Молниевую бумагу, единственное, что трачу. Но я ее теперь покупать могу. Так что, в принципе, тоже небольшая проблема. В принципе, можно, по сути, вообще из пушки в него засадить, не? Почему бы, да, не стрельнуть в него из пушки? Ты в курсе, верно? Кстати, до этого что-то тут не видел. Небо и космос едины, но кровь от них тут воняет. Помни молнию. Так, где меня убили?
Вон моя кровь. Давай. Забрали. Получайте. Получайте. И еще получайте. Опа. Вылез, здоровяк. Нифига он там топчет. Беги, беги. Так. Ха-ха. Это просто халява. Я на этом уроде сдох 4 раза. Лол. 24 тысячи дали. И какая-то новая руна. Давайте посмотрим. Причащение. А, ну. Четвертое уже причащение. Фига мне 4 одинаковых руны, если я могу одновременно только 3 поставить. Очень жаль, действительно. О, лампа. И пушка пригодилась. Приятно все-таки. Двух боссов уже благодаря пушке убил. Амигдалу и вот эту. Помни кошмар. Ну и кошмар-то я никогда не забуду. Ну и что, тут все походу. Давайте сразу вернемся в кошмар. В смысле, в сон охотника. А вот, кстати, дверь какая-то, походу, там можно пройти. Сейчас вернемся тогда сюда. Ну, босс вообще простой оказался. Если бы он этой молнией не стрелял, может, с первого раза поубил. Хватит мне левел качнуть. Эх, не хватает чуть-чуть совсем. И нету, наверное, да, этих отголосков. А вот, есть, есть. Густая холодная кровь и бешеная холодная кровь. Давайте. И уровень качнем. 15 тысяч, нифига себе. Даже перебор. Что я хочу? Хочу силу качнуть, наверное. Да, давайте дальше качать силу потихоньку. Это вот этих инопланетян, мне как раз, мне кажется, одной силы не хватало, чтобы их с одного удара убивать молотом. Купить предметы. Ну, пузырьков крови. Давайте десяточек прикупим. Ну и возвращаемся. А, ну теперь у нас сады светящихся цветов, походу, эта локация называлась. Цветочки там были, да, и светящиеся уроды. Нормально, еще 20 минут нет видео, уже босса победили. Прогрессирую. Да, и вот мы тут. Пойдем смотреть записи. Шагни вперед. Шагни вперед. Время на фокус на атаку. О, крутяк вообще. Первый раз, по-моему, за игру такое место, что может что-то разломать. Опа. А тут опарыш. Так. На первом этаже. Непонятно, что там. Какой-то алтарь. Не пойму, я тут был уже? Просто со второго этажа зашел? Или... Дайте-ка присмотрюсь. Может ли быть такое? Опачки.
Да ладно, в натуре. Нифига себе, нифига себе. Зов во мне. Вы поняли, где я? Вон там я дрался с Викар Амелией. Потом вон там череп лежит, он как раз голова. Это главный храм, главный собор. Там, где я еще с охотником сражался. Считай, начало игры вернулся только через верхний округ на второй этаж. Офигеть. Вот это левел дизайн, вот это я понимаю. Крутяк. Какой-то зов вовне я нашел. Что это может быть? Так. Тут не видно. Тут не видно. Чаша предков. Нет. А что же это такое-то было? Тут он может где-то все-таки. Рев чудовища. Нет, тут не видно. Фига, у меня отголосок кровавик одинарных 49. Так, и тут нету. Что-то это я не понимаю. Самоцветы. Хм. Вот я его взял, и где он? А, вот он, вот он. Он темный, не заметил. А на него 40 нужно, вообще нифига. Один из тайных ритуалов Хора. Давно-давно церковь использовала фантомов для достижения высшего слоя тьмы, однако она не смогла установить связь с внешними границами космоса. Ритуал не смог достичь поставленной цели, но вместо этого создал небольшую взрывную звезду, которая теперь является мощным оружием в арсенале Хора. Порой неудача — это мать изобретения. Какая-то колдунская личинка. Интересно. Это Кара Плач и лифт. Причем лифт куда-то совсем вниз уйдет. В подвалы этого храма. Тут логово опарышей. Время для помощники. Ученик Менсиса Дамиан. Помню его. Помогал он мне уже в битве с пауком. Так, а судя по всему, тут сейчас вон босс будет. Он, смотрите, какая тварина. Ну, если босс, то поможет мне, я думаю. Время для фокусного уклонения, поэтому помни быстрый шаг. Алтарь отчаяния. Это просто вот внутри, под главным храмом, в подземелье, вот такая хрень. Какая-то гигантская пещера, все разрушено. Какая-то уродливая биомасса спит. Нифига себе. Пиздоголовая тварь. Я умер. Все. Менсис даже добежать не успел. Ибраитас, дочь космоса. Кто такой космос? Почему его дочь живет под главным храмом? Почему она такая уродливая? Много вопросов, а мало ответов. Видимо, трудный босс. Так, тут у нас опарыш. Тут два урода. Надо сразу убивать.
помню космос, помню космос. Ладно, походу я зря сразу полез драться с этой хренью. Это кара плач. Какой я красавчик. Платье задралось офигенно. Так, это опять опарыша. Давайте я сразу призову дружка. Безумие. Плохо, плохо. Нифига у него щупальца. Так, ладно. Нам нужно найти мою кровь. Так, дружбан, давай. Нападай. Так, а она спиной, что ли, сидит? Опа. Вон моя кровь, бежим. Опа. Жопа. Руби ее. Убегай. Лечись. Лечись. Так. Отвлекай. Убегай. Убегай. Щупальца, щупальца. Какие-то звуки неприятные. О, блин, беги, беги, беги. Лечись. О, что она делает? Беги, 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 беги. Блин, сейчас Мельсица убьют. И тогда я сразу умру. Так, так, так. Черт, не получится сейчас убить-то без Мельсица. Нафига она дерьмом брыжет. Твою мать. О, жопа, жопа, жопа. Черт, попал. Лечимся. Нет, застрял. Жопа, 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 руби. Черт, беги. Лечись. Беги, беги, беги. Лечись. Бежим, бежим, бежим. А, нет. Нет, все, умер. Безумие. Съела. Капец. Ну, в принципе, не такая уж она и трудная. Если бы она не убила сейчас этого друга моего, тогда было бы, наверное... Была победа. Ну, сейчас еще пару попыток и получится. 9 тюбиков. Ну, ладно, на одну попытку должно хватить. Что у нас там по оружию? Ружье штык плюс 7. Тонитрус плюс 8. Вот можно тонитрусом ее попробовать. Может, она молнии боится.
уродец, иди сюда. Помни космос. Так, ну Стронитросом лучше просто не бегать. Он потихоньку у меня жизнь уменьшает из-за руны. Не из-за руны, а из-за самоцвета. Так плащ сдирается. Я тебя поплююсь, тварь. Так, ну попробуем эту тварь Тонитросом убить. Так, ученик. Давай, забираем наши отголоски. А ты давай отвлекай ее пока. Молодец. Во, Тонитрос вообще добротно снимает. Так, убегаем. Ой-ой-ой. Так, убегаем, убегаем, убегаем. Она там брызжет. Не бегай за мной, что ты за мной бегаешь, иди. А! Твою мать. Опа. Капец. Это плохо. Так, окей. Блин, ну с тремя тюбиками-то может ничего не получиться. Надо забирать души тогда и телепортироваться, закупать тюбики. Не думаю, что с тремя тюбиками-то что-то получится. Ну или попробовать еще раз. С тремя тюбиками. Ладно, давайте. Вдруг повезет. А если Тонитрус так хорош, возможно, с молниевой бумагой и молот будет хорош. Молот чем хорош, он когда не молот, а меч,
он очень много урона может нанести из-за малой затраты выносливости. Так, давай, применяем. Держим хвост, пробиваем. И сейчас умру. Последний тюбик. Так, и все. Не думаю, что что-то из этого получится. А метку отважного охотника нельзя тут использовать, походу, да? Не, можно. Нет, нельзя. Почему нельзя? Это очень плохо. Какая мерзкая тварь. Все, убила. Плохо. Это придется сейчас это фармить. Тюбики. Двадцаточку. Либо фармить кровь, чтобы купить двадцаточку тюбиков. Давайте возвращаться. Так, ну где будем фармить-то? Первую локацию не хочу. Либо лес, либо молельный переулок Хеймвик, может. Но там мало этих больших-то уродов, по сути, с которых выпадает. Ладно, давайте. Так, окей. Я и забыл, какая это красивая локация. А, ну тут еще кровавая луна у нас. Наверное, освещение чуть изменилось. Посмотрим, насколько я мощный. О, бабка с ваншота дохла. Бьют больно. Вот первый тюбик. Так, и сейчас его потрачу, походу. Опасная тварь. Нифига себе она. Жесть.
Так, тут с молотом. Вот пузырек. Сразу придется его тоже потратить. Ну ладно, я лучше душ наберу и... Опа! Монеты, блин. А про тебя я забыл. Так, тут у нас большие уроды ходят. А, не тонет, росом хорошо, кстати, пробивается. Сейчас он развернется. Так, вот он уже рядом. Черт, заметил меня, гад. Что-то я все плохо. Неправильно сделал. Ща. Нифига он там скачет. Из них тут должно, наверное, по 4 тюбика выпасть. Так, ладно, ща он пойдет назад. А, с одного удара, нифига. Какие-то самоцветы на стюбиков. Черт, бей, бей, бей. Из него самоцвет. Ну ладно, хотя бы много. Тут у нас еще один. Готов. Ну вот, пузырьки. 4 штуки выпало, да, неплохо. Так, а тут бабки. И одна из них еще будет кидаться. Оп. Тюбик. Тюбик 2. Ну и все, хватит, 15 тысяч. Еще накупим. Ну, тут с ведьмой сражались. Прикольная тоже. Часовня, красивый такой туман. Странно, что метка охотника не работает от... этой дочери космоса. Обычно она раньше работала от босса. Так, ну. Давайте починим тонитрус наш. Он быстро ломается. Ну, совершенствовать она ничего не могу. Да, ничего у меня нету. Магазин. Монеты можно покупать. Давайте. На все деньги 20 можно купить. Ну давайте. В принципе, это что? По 10 тысяч осколки 2. Фу, не, ну это вообще невыгодно. Покупать. Надо их находить тогда уж. И сады светящихся цветов. Нормально тут вообще локации-то.
Так. Ладно, собрались силами. Интересно, что лучше, молния или огонь? Молния или огонь? Так, ну раз эта штука не нужна, можно последнюю огненную бумагу потратить. А, можно вообще сначала в него кинуть маслом. Так, надо наоборот. Сначала масло, потом коктейль Молотова. Где коктейль Молотова? Вот. Да, сначала кидаю у него маслом, потом кидаю коктейль Молотова, посмотрим. Ой, блин. Умри. Ну как заглючило только что. Сейчас приедет лифт. Это прям вообще какое-то тайное. Секта под храмом. По крайней мере, у меня много озарений. Можно бесконечно призывать этого придурка с клеткой на голове. Бойся безумия и помни молнию. Безумие, кстати, ни разу я от нее не видел. Возможно, оно будет совсем, когда будет мало жизни. А вот наш друг. Давай посмотрим на него поближе. Ну вот он какой-то такой старикан с длинными волосами. С большой клеткой на голове. Это у него трость хвост. Хвост. Хлыст. Трость хлыст. И какой-то щит. Хм, нифига. Окей. Так, что делаем мы? Берем меч. Так, первым делом нам надо забрать свою кровь. Вон она. Забрали. Отвлек. Кидаем. Кидаем молотов. Не попал. Кидаем молотов. Опять не попал. О, что-то нифига не снялось. О, огонь прям вообще. Так, сваливаем, сваливаем. Лечимся. Сваливаем, сваливаем, сваливаем. За спину. Сваливаем, сваливаем, сваливаем. Опа! Сваливаем! Опа! Бей! Давай, давай, чуть-чуть осталось. Бей. Чаша великого Изза. И ачивка. Да, то есть я открыл какую-то новую пещеру еще. Чаша же все про пещеры. Вот.
Чаша, которая взламывает печать лабиринта. Великие чаши открывают более глубокие участки подземелья. Великая чаша Изза стала краеугольным камнем хора почетных представителей церкви исцеления. Это была первая великая чаша, которую извлекли на поверхность со времен Бюргенверта, и которая позволила хору встретиться с Ибраитосом. А вот этот Ибраитос. Да. То есть пещеру, что ли, выманили? Соответственно, в игре есть 4 разных пещеры. Чаша пещера Птумеру, пещера Дальней Гробницы, пещера Больного Лорана и пещера Великого Исса. И в каждой из этих пещер можно находить дополнительные чаши, как я нашел в Птумеру. Чаша предков, центральная чаша. То есть центральная чаша — это, можно сказать, второе подземелье Птумеру. А все, где предки в названии, это те же самые пещеры, только они не сделаны разработчиками игры, как бы, пресетами, как должны быть, а уже генерятся автоматически, рандомно. Ну, отлично, получилось убить. Очень жаль, да, действительно. Лучший выбор — атака тупым оружием. Огня, да, она боялась, постоянно вырубалась. Ну, теперь можно хоть посмотреть, что тут в подземелье. Какой-то реально подземный анклав. Тоже статуи вот эти. Это, походу, прям под самим главным вот храмом. С космический рот, обращайся аккуратно. Нечистокровный от них тут воняет. Положить плоть на алтарь. Типа алтарь? А что за плоть? Плоть этой, что ли? Королева нечистокровных? Для этого куска плоти время течет в обратном направлении, что? Ничего не делает. Пощади, все хорошо. Ну, я положил, да. То есть вы мне теперь предлагаете вернуться в покои королевы? Давайте вернемся. Прикольно, я ее убил. Огня она, походу, сильно боялась. Бил ее огнем и ее от этого врубало постоянно в это, в нокдаун. Ну вот, весь первый лист заполнил. Алтарь отчаяния назывался. Называлась эта комната, а нам нужно... Нет. Ну вот, зал королевы нечистокровных, которую Альфред убил. Ну да, как говорят, меняет его форму каждый раз, когда чаша предков. Ну, действительно, смотри, она ожила. Ее же убил Альфред. А ее оживил с помощью куска мяса. А, этой твари же надо колено преклонять. I welcome thee. What is thy wish? А, сгустки крови, которые выпадали из живых охотников. Давайте дадим. Выберите количество. Давайте один ей дам, наверное. Или все 5 отдать. Да, пусть все 5 забирает. Или один отдать. Не знаю, на что это влияет. Давайте один дам пока. Let this reward be thine. Чё, она мне сгусток крови дала? А, глубокое уважение. Давай еще один ей дам. Let this reward be thine. Thyself in our
Ну и что происходит? Может, сразу надо было много дать? Что за награда? Что она мне дает? Не пойму. Ну ладно, все, забирай. Муть какая-то, короче. Ну, может, я пойму, что она мне что-то дала. Нет, не пойму. Ну и ладно. Пишите в комментариях, что она дает. Или единственное, что она давала, это вот этот жест. Ну и в принципе, думаю, на этом сейчас мы все починим. А, может быть, не хватит на левел вместо починки. Блин, не хватает совсем там что-то 600. А никакой крови у меня, по-моему, нету уже применить. Да, ничего нет. Отстой. Почти хватило на левел. Ну ладно, чуть-чуть потратим на ремонт. Ну и давайте, наверное, закончим эту часть. Продуктивная получилась часть. Убили сразу двух боссов. Крутяк вообще. Из локации у нас остался из оригинальной игры только кошмар Менсиса. И все локации за Donald Hunters осталось совсем чуть-чуть. Я думаю, сначала все-таки Менсиса из оригинальной игры пройдем. А потом уже посмотрим, что Адон добавил. Окей? С вами был Сергей. Увидимся в следующих частях.